нас так начальник штаба делает, ну, комбат там, вот эти вот, вся прикрутка их на пластические, они бутылки сад и солдатам дают, чтобы выкидывали, сами даже не выходят, боятся, потому что обстрелы хачат, все, они сидят, крыса, о, хохол проснулся, что-то вслух проговаривают, должны нас вывести отсюда. 14 числу вывести, разоружить, в Луганск вывести якобы. До Луганска, потом до границы, потом в Миллерово, якобы, потом с Миллерово в Новосип увольняться. Но это все вообще провокация, потому что наебывают где-то. Обнадеживают, короче. Не, не могут, видишь, вывести, допустим, даже в тот Луганск вывезут, и там мы останемся в Луганске. И мы ночью еще 20 наших беглецов поймали. Ну как поймали? Они чисто по дороге шли, мы их не стали не стрелять, ничего, просто положили. А сегодня разбирательство было, штаб их увели. Они, оказывается, сдали позиции, ну и съебались, короче. Добровольцы все. Сейчас их там военный трибунал, короче, ждет. А у нас, короче, экипаж ебнули наших танкистов каким-то макаром. И наш танк сейчас ебнет по нам. Вот сейчас должен к часу где-то объявиться. А заходит... и по вам? Ну, танк наш, а экипаж хохловский. Mm-hmm. Херачат по нам сзади, короче. Ну, можно сказать, сзади.